Далее. Далее. Готово. Я сейчас сторон не трогаю. Пока нет времени на это. Хорошо знаешь английский? Нет. Hello. Мой любимый парфюм, Мас Кашмир от Art Collection. И Томас Космола, 4 номер. Чё у тебя с губой? Герпес. Hi, Milena. How are you, beautiful? Thank you. I'm good. Отчаянные домохозяйки меня шокировал 7 сезон. Я так плакала. I'm from Dubai. Круто. It's good. Привет, дела отлично. Какое твое любимое блюдо? Не знаю, мне сейчас какого-то нет интереса к еде. Ну, типа, знаете, нет такого, что я что-то люблю. Наверное, только тартар из говядины или оленины. Страничку пока заблокировали. Я не хочу никому в гости ходить, я хочу дома быть, у меня выходные. Когда у меня Инстаграм умер, у меня выходные. Thanks, you're so cute. Thank you. Я сегодня, нет, я готовила сегодня, я сегодня смотрела телевизор. На телевизор отчаянных домохозяек, теперь на компьютере. Когда Полина приедет? Вроде бы завтра. Ребят, это фильтр, и я не должна быть дома накрашена, действительно. Тоня. Я не знаю, сколько мы будем жить с Полиной, потому что у нее отношения. И мне кажется, она скоро уедет. Полина со мной живет, потому что нам так комфортно. Russian, come here. I'm from Estonia, I can't come. Кто нравится из отчаянных домохозяек? Габи и Сьюзан. Too much Russian. Нет, у Полины точно не с Грицом отношения. У нее совершенно другой вкус. Я ни с кем не расставалась. Хватит задать тупые вопросы. Yeah, welcome Dubai, Милена. Thank you.
они меня начинают нервировать. Раздражает запах сигарет. Айкоса. Чикование вообще-то имеет парня уже 8 лет. Если будет мальчик, то Тимур. Без ресниц вообще кайф, особенно вот так вот делать. Я хочу мальчика и девочку, наверное. Я никого не рекламирую, что касается гадания. Это исключительно те, к кому я обращаюсь. И то я вам дала только потому, что меня попросили. Я еще не сходила к гинекологу. Кстати, вчера записалась к гинекологу в 1:00 дня. Должна была пойти в 3:00. И забыла, а вспомнила об этом только сегодня. Sorry, but I want to ask you something. What? Your boyfriend in Dubai? No. He come to Dubai 17 March. 17? I forget English. Sorry. Я смотрела сериал «Бумажный дом», «В ее глазах», «Рассказ служанки», и все, мне другие не нравятся. Привет, Екатерина. Как тебе чайные домохозяйки? Прикольно. Полина вроде завтра приедет. А я специально не отвечаю про вопросы отношений, чтобы подбесить вас. И у меня не грустная музыка. Бывшая не смотрела, и мне такого рода сериалы не нравятся. Я не знаю, что это за песня, но вроде это Ганвест поет по голосу. В смысле, мои догадки, они вместе 8 лет, алло. Скажи, где заказала книгу про брокеров. Так вы же жалуетесь на мою рекламу. А я, исходя из своей рекламы, потом взяла и заказала себе. Потому что я рекламирую не херню. Мне понравилось, мне тоже захотелось пройти урок. Уроки. 2 месяца обучения. У меня дела отлично. You know, my sister like you all time. She's your Instagram. You read so beautiful and you heard very clean. Respect you. Thank you so much. Я миллион раз ответила, когда Полина прилетит. Что за долбоебучий вопрос? Мат уже пошел. Блять, миллион раз ответила. Нахуй большими буквами писать. Раздражаешь ты меня, девушка. Мне нравится твой макияж. Где обучалась? Сама училась. Привет, любовь моя. Привет, не любовь моя. Когда окончательно сойдет тату? Еще 5 сеансов где-то. Нафиг. Иди. Нафиг. Иди. Нет, эта девушка слышала ответ, потому что я ей на вопрос отвечала. У тебя очень красивые глаза. Спасибо. Были курсы по мейку? Я ходила на 3 урока по макияжу и все. У тебя глаза уставшие. Нет, я не просто без ресниц.
Оня, привет. Были побочные эффекты от чего? От депрессантов. Сказать честно, с туалетом проблемы были. Это побочный эффект. Не знаю, какой длины, но я сделала их короче. Ролики с мейком будут, когда герпес пройдет. У меня на личном все отлично. Как ты? Как твое здоровье? Спасибо. Аня, у меня все отлично. Здоровье вроде бы сейчас хорошо все. У тебя как дела? Нет, Рома меня не звал пробовать его ПП еду. Спасибо, мне очень приятно. О чем мечтаешь? Мечтаю о собственном доме, собаке с кошкой. Лазер или сахар? Лазер, никогда в жизни сахара не делала. Очень красиво красишь. Спасибо. Антидепрессант врач назначал. Психотерапевт. У тебя такие вайбовые песни, сама это очень красиво. Спасибо. Это просто YouTube играет. Нормально на карантине сижу. Я знаю, что у вас локдаун в Эстонии. Это вообще жесть. Сложно сдавать город, на самом деле, да, потому что есть такие ограничения, там 20 километров в час. И ты, типа, если едешь меньше 18 или чуть-чуть превысил, уже все, ты не сдал. Тебе не кажется, я потолстела. Я набрала вес. Ты сама ресницы сняла, да. Месяц назад уже. Смотришь Холостяка? Нет. Вилля, ты хочешь от тренировки? Пока не хожу, мне нельзя сейчас. У меня надрыв кисты. Спасибо за сериал в его глазах. Прочитала книгу недавно. О, а ты книгу в ее глазах читала? Милен, русскому сложно переехать в Эстонию, найти там работу? Нет, вообще изи. Нет, мне не сложно было решить переехать в Россию, потому что я изначально жила просто на проекте. Нет, в этом прямом эфире не буду кушать. Беременная? Нет. А почему я должна быть беременна? Хотела бы за рубеж, например, США. Очень. У меня такие черные брови, чтобы ты спросила. Привет. Самое красивое, спасибо. Как дела? А, отлично. Больно губки делать? Нет? Ну так, относительно. Два раза губы делали один. Если вам скажу, я губы делала раз 10. Нет, с антидепрессантов вообще легко слезла. Очень легко, просто перестала пить и все. Это все в голове у вас. В голове должно наладиться, вы слезете, и у вас не будет надобности их пить. После брекетов зубы не разъехались. У меня рост 170, вес 57. Ретейнеры стоят, да. Хотела бы вернуться в Эстонию. Нет. Я скоро в США перелетаю, хотя я самая обычная девочка, которая нет денег. Просто там можно у них. Ой, это очень круто, я тебя поздравляю. Thank you.
красотка, спасибо. У меня надрыв был кисты. Как на доме два все худели? От нервов. Как видишь свое будущее? Буду богатенькой лежать на гамаке где-то на берегу Майами. Как тебе iPhone 12? Очень круто. Я не говорила, что хочу убрать сережку. Почему сняла ресницы? Потому что до проекта я была всегда без ресниц. Всю жизнь ходила без ресниц. Проект как-то приучил меня к ним, и я просто решила ходить без них. Через 5 лет, как видишь, свое будущее. Мне кажется, через 5 лет у меня уже будет ребенок. Я напутешествуюсь, у меня будет свой дом, дорогая машина, а лучше целый гараж. Нет, кисту не надо оперировать. Я найду любовь без повода, незнакомую. Зависает чуть-чуть. У тебя интернет, значит, зависает.